стоит. Он вилами раз ее выбросил на лед. Ну и взял посмотреть, ух ты какая. Ему интересно было, да? Ага, она хоп, ой, за нос. Он пришел домой, борода вся в крови, все в крови. Подожди-ка. А он ее не может разжать рот-то. А серп на санях сам бежит. Он только до серпа с серпом разжал. Я однажды ловили, так купались-то там, на втором мостике, лагерь. Все время ходили туда днем. И там не было воды-то. Ну вот, я там порыбачил, а там карасики маленькие водились, гальяны и пескари. Я вот так вот иду, глянул, а вот здесь такая ложбинка, бочежинка-то, а пескарики носом воткнулись в берега. Что ж такое-то? Я подхожу, пескарика рукой бери. Я догадался, это свои флюиды рассеивает щука. И они что, замирают, что ли? Конечно, все. А он движется, она его возьмет сразу. Ну, я как во все лопатки рванул, домой за удочкой, удочки-то нету, схватил, карасика насадил и вот сюда, помню, бросил. Только как вода закипела, она, видать, голодная, а пришла за 6 километров. Дождь прошел, и она по осоке шла, где маленькая-то. А все, вытаскивай, ни карасика, ни удочки нету. Ну тут меня заело, я опять бежать. И у меня были такие толстые. Я две сделал сразу, думаю, не порвет. Как бросил, она как схватила. Я ее замерил, я сейчас не могу сказать сколько-то. Ну, где-то 56 примерно, 55-56 сантиметров. Я никогда таких, я ее замерил, там на лавочке риску сделал-то. И вернулся еще, думал, та поменьше. Пришел и стал думать, как теперь в лагере-то надо людей угостить. Сказали, хорошо вялить ее. У меня железная труба была в печку, я ее подвесил. Раз-два посмотрел, слышу, еще эта труба брякнула. Я не понял. Подхожу, вытаскиваю. Она шевелит? Нету никого. Щука упала из трубы. Ушла из трубы. Посуху. Я такой клюкой туда. А она у нее хвост горел, голова отвалилась. Вот такой обрубок лежит. Мне не пришлось попользоваться ей. Ну, правда, остатки смешались с гальяней, там на мясорубке пропустили. Вот что значит. Все замерло. Однажды мы пилим дрова в лагере. Я слышал-то лучше. И слышу тишину. Полная тишина, ни жаворонка, ни ласточки, никто не поет. Я остановился, что это за мертвое пространство. Ребята, вы не знаете, что это такое? Нет. А я орнитологией занимался с детства. Я говорю, это сокол сапсан, но у нас он не водится, его здесь не бывает никогда. Вот он царь птиц. До 320 километров скорость. Ничего себе. Гуся бьет грудью в воздухе. Если бывает промахнется, разбивается насмерть. Царь птица. Ну и стоим, ничего нет. Я вот только встал, пошел маленько, огляжу. Там у нас, где вот сейчас эти витлины, это напротив нас-то, сидит сокол сапсан. Никогда в жизни не видел. Но птицы его никогда не видели. Ни бабка, ни детка, воробья не видели. Но все заперло. То есть у них программа заложена. Это царь. Замрите, ни слова не говорите. Никаких Навальных, никаких митингов, чтобы не было. Никакого Немцова, чтобы не было. Это у них здесь полутишина. Без ОМОНа. Абсолютно. Прибегает однажды кролик маленький. Деда, а я видел этого змея удава-то. Он хороший стал. Я прям рядом был, он не съел меня. Их прыгает теперь. Дед говорит, подожди. Ты, Ваня, не спеши. Скажи, ты где видел его? Ну где? Вот тропа-то, где мы купаться-то ходим, второй год. Так. А на какой стороне? Да вот здесь вот. А ветер откуда дул? Ветер отсюда. О, так понятно. Он полз левым глазом, он на сучок в детстве еще попал. Он не видел тебя. А ветер дул с той стороны, запаха тебя не было. Так что замри, Ваня. Наша задача плодиться и размножаться. Вот не надо бояться никаких правителей. В России было 3-5 миллионов в среднем. Прибыль чистая. А сегодня миллион убыль. Хорошую жизнь устроил товарищ Ульянов. Вкупе с Джугашвили. Вот и все. Забивайте, а то вы... Вот теперь смотрите, что будем делать. Бери вторую лопату, Ваня.
Давай, давай толкушку. Заваливайте. Вы будете заваливать, а я подваливать буду сейчас. Так, не забито еще. А где моя вторая лопата? Вторая лопата где? Вон она, на той стороне. Ваня, где она? Вот смотри теперь, куда мы бросили все, но теперь я начинаю откапывать. Буду этому помогать. Вот теперь надо будет набрать воды и поливать, и долбить. Теперь что я делаю? Вот сейчас мы будем саманить этот край на уровне воды. А когда бульдозер придет, перед ним это делать тоже придется. Это я сегодня натаскал. О, гляди, какую отвернул. Скорее, Ваня, там заканчивай. Мне нужна помощь твоя будет. Куда? Куда? Иди. 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 Каждый удар-то снимай, хоть через удар бы. Посмотри, батюшка, как делаем. Так, толкушку там берите. На той стороне вот такие толкушку двумя. Деревянная. И ведро воды. Там ведро под сеном она где-то. Дома где-то. Вот теперь водой поливать, где ведро у нас? Вон. Вон, вывали из него все, бери. Вот теперь надо поливать и долбить. Ну, я далеко не буду здесь, потому что далеко это далеко. Сейчас туда надо будет, подожди, больше не наливай. Сейчас надо будет соломки туда постелить. Давай. Вот так мы ее всю будем саманить, а потом камнем укладывать сверху. Вот мы уже фактически начинаем подходить к главной работе. Все остальное была подготовка. Ага, тут проволока идет. Ну, проволока, значит, проволока. Так, а что, лопата вторая-то? Берите ее. Проволока низкая. Должна пойти высоко.
Вот это тоже собираем? Проволока высоко, нехорошо. Он может порвать ее. Что, он ее придавит и все? А? Он ее придавит и все? Он не просто придавит, а когда он будет ножом срезать нам уровень, то он может поддеть ее. Он сначала утопчет, а потом будет нам выравнивать вот так вот, чтобы выходить. А она проволока рядом, она должна быть в воде. Никита еще это не, он не знал. Давай-то уберем ее, попытаемся закопать. Вот она. Она высоко. Она, смотри, насколько выше. Давай-то сталкивай туда. Это, конечно, нехорошо у нас получилось. Ну, попробуем. А потом сверху мы ее завалим, и все. Обязательно убрать надо, иначе мы пострадаем. Видишь, где она? Вот, не смотрел я, валил. Моя вина. Вот он. Где-то идти? Типа журавли или кто? Там. На всем протяжении ее надо загнать пониже. Сено подтаскивай. Давай, сено подтаскивай. Высоту поднялась. Это абсолютно не годится. У меня натянут, это не очень. Вот смотри. Вот она как должна быть. Глянь, Роман. Вот она где. На уровень воды. Это мы сейчас сделаем. И вторая туда же. Их рядом можно свести. В одну. Ваня, еще тащи. Сено-то еще тащи, это мало. Придавим. Подожди, там у тебя не продавливается, надо убрать. О, меня осталось. Я теперь ее придавлю. Куда вот можете бросить тогда? Сейчас задаем, и туда уже бульдозер не зайдет. Ниже воды он не может пойти, иначе он утонет. А если он не согласится выбирать, придется руками выбирать лопатой. Когда он сравняет, он сравнять будет с этим вот. А теперь надо будет ямку сделать. А он скажет, ямку я делать не буду. Не ямка, а вот это, ну как выезжать, заезжать, как горная река, я говорю. Давай туда дальше, проходи.
Вот продолжаем работать. Это прямо ветвь. Сохраняет под ветвь. Да я показывал уже. У нас главный сегодня водолаз. Так он как в каком-то болоте ползает там. Видеть трясины. Ваня, да. Ты что делаешь сейчас? Держать. Помогаешь там? Да, вот эту вот. Мы сейчас сорвем веревки. За какой-то столбушок, заверни. Не, вот поближе сюда. Вот этот. Ближе, вот белый который. Тащи сюда. Вот, тащи сюда, вдвое, чтобы было, тащи. Ну, второй, конец, неси. Второй край неси, к Игнатьевичу. Конец, начну. Давай. Все. Давай. Мы сейчас из него четверо сделаем, будет веревка носить, пусть она не пойду. Так, держи. Теперь надо топор возьми, отрежь. Вон. Мы сейчас что-то с тобой сотворим. Вот так вот, в один узел. Ну а теперь... Смотри. Она где пошла. Ты сейчас ее снимешь или здесь держи за это? Я там ее сделаю. И двое еще один раз сделаем. И будем выносить сено. Она слабая, но много... лежала на солнце, но очень слабо, но мы и усилим. Надо научиться выживать в любой обстановке. Показывает он в интернете везде, как ночуют. Так. Держи. Держи крепче. Сними рукавица, мне не нужно здесь. Зачем ты бросаешь мусор? Ты понимаешь, что ты ошибок делаешь? Мазутное бросил на землю. На! Быстро в карман положи. Держи крепче. Ну. Иди, снимай. Ниже сделай. Так. Теперь надо еще раз завязать. Тут можно было развязать. А то узел будет очень большой. Вот мы это совсем слабый. Она на солнце перегорела.
ее специально делают так, чтобы она пропадала, иначе ничего не сделать, все будет засалено. Дано указание. Вот. Все, снимай, иди. Четверо скрученных, трое. Соломон говорит, лучше держится. Пошли. Накладывай. На веревочку прямо накладывай. Сено. Сено накладывай. Накладывай так, чтобы попереду, ты куда кладешь, не видишь. Вань, подожди. Видишь? Вот ты все делаешь бестолково. Вот сено, длина такая, и ты кладешь ее мимо. Тут половина сена где? Половина, чтобы на нее была. Вот лишь бы бросать, вот как Никита, такой же. Так же нельзя делать. Ты клади так, чтобы остья хватило наполовину, туда и сюда. Так. Ваня быстро учится, молодец. Это Игорь дал хорошую сено. Это крепкий саман будет, придавливай. Это носить уже будешь не просто так, а как надо. Во! Пока на первый раз хватит, давай. Веревочку. На. Держи, лети. Все, бери оба конца. Надевай на шею. Понесешь? Давай. Держи. Все. А еще палатка есть. А? Палатка есть еще. Палатка есть, а? Осторожно, чтобы ветром не сдуло Ваню. Если Ваня упадет, лови его. Все. Иначе, значит, вот палатка. Давай палатку. Палатку лучше. Она короткая очень стена. Короткая. Так, не давай ему падать. Давай, веревочка, она крепко, но сено оказалось. Давай сюда. Палку уберем. Сталкивай его на палатку. Так, поднимай, да. Вот, там упала еще, кажется, она оттуда подними. Два конца тебе забирай. Вон он скорее, скорее падает. Так, вот теперь держи. Вдвоем будешь? Давай. Выше поднимай так. Сделать что? Роман, еще одну жертву прибить, чтобы человек мог выходить на воде. А когда будет здесь вот нажимать вода, она не станет. Надо вот здесь вот еще жердочку прибить, чтобы он такая по ней потихоньку шел, согнулся и прошел. Гляди, как придумали мы. Уже без лестницы обошлось. О! Ай да Пушкин! Молодец! Правда, он там еще слова такие сказал, не каждый произнесет. А это Пушкин, сукин сын, молодец. Там у меня дедушка печник был, а хозяйка сына ругает, лет 5 будет. Это сукин сын. Он говорит, если он сукин сын, то ты-то кто? Мать его.